Получается, мы начали делать торговое оборудование для вот этих стоковых магазинов, которые нам доверили. Ну и успешно сделали очень много этих магазинов по всей России совместно. Товарищ, значит, предложил разойтись, ну, разошлись. С этими рядовскими магазинами остался он. Я ушел просто вот с бытовухой, которая была здесь, осталась. То есть всякие вот металлы, там конструкции, т.т. и так далее. Потом я завязал, не завязал, а мы связались с другой параллельной фирмой, которая выпускала непосредственно изделия из МДФ и ДСП для магазина Остин. Они ремонтировали помещение и одновременно могли обрабатывать стекло, обрабатывать дерево, МДФ, обрабатывать ДСП. Предложили металлическую часть Остинов. Мы сделали еще много магазинов. Это уже потом, я уже на своем предприятии Остин магазин выпускали, торговое оборудование для России. Многие города, и в Казахстан тоже делали. А какие города? Ой, много магазинов. Городов там очень много. Там в год было по 30-40 магазинов.